Приветствую всех, Золотой конференции 2016. У нас сегодня третий день, и мы в ожидании первых резюме бизнес-встреч. Сейчас у меня за спиной проходят встречи стран-участников Золотой конференции. И лидеры, которые участвуют в конференции, первыми узнают о новых программах, акциях и запусках. И, конечно же, коммуницируют эту информацию в свои структуры. Скажите, пожалуйста, какие новости подготовил Oriflame для своих партнеров? То, что супер замечательная акция по рекрутированию, ну и, конечно, энергия. Если у нас есть энергия, мы обязательно ее дадим своим людям, и они будут расти вместе с нами. Ребята, вы должны быть с нами в следующий раз на конференции, обязательно. Это головокружительные новости, три самых сильных фишки, которые поднимут сейчас обороты, я думаю, что предположительно в два раза. Почему все ходят с черными коробочками? Это великолепный подарок, который вручается участникам конференции. Мы очень счастливы и благодарны сегодня получить такой подарок. Ну а те, кто хорошо работают, должны хорошо и питаться. Предлагаю посмотреть, чем же кормят на Золотой конференции Oriflame. Здравствуйте. Вы как участник Золотой конференции, наверное, знаете, на какие ключевые продукты фокусируют своих лидеров компания Oriflame? Да, конечно, знаю. Это средства по уходу за кожей лица и линейка Wellness. А как вы относитесь к продуктам категории Wellness? Я отлично отношусь к этим продуктам, потому что здоровое питание – это сейчас в тренде, и Wellness – это очень крутые продукты, и всем рекомендую. Ясно. Спасибо большое. Как мы видим, стиль жизни Wellness сейчас очень популярен и востребован. Кстати, приятного аппетита. Ну а на завтра мы вам подготовили дюжину адреналина и 20 самолетов. Оставайтесь с нами, вы узнаете все подробности. Ну а мы пока тоже перекусим.